Сегодня в Чебоксары прибыл поезд «Победа». Это первая в мире передвижная музейная инсталляция, размещенная в составе поезда. В числе организаторов Министерства науки и высшего образования России. В каждом из вагонов воссозданы разные периоды Великой Отечественной войны. Тема экспозиции первого вагона – «Мирное время. Последние часы перед войной». 22 июня 1941 года – день, который навсегда изменил судьбы миллионов советских людей. А дальше поезд уходит на фронт. И никто еще не знает, что впереди 4 года войны, смертей и разрухи. Конечно, мы ждали этот поезд, когда он приедет к нам в Чебоксары. Здесь именно молодежь увидит воочию, значит, фрагменты из военных ситуаций. Более того, геройство наших солдат, наших отцов, дедов, прадедов. Это невозможно переоценить. Выставочная экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением. Благодаря световым и звуковым эффектам воссоздана атмосфера военного времени, фрагменты сражений, солдатская походная жизнь. Присутствует такая полная вовлеченность, наверное, в те времена. И тот антураж, который здесь создан, он передает запахи, которые меняются с переходом из вагона в вагон в зависимости от той сцены или от тех событий, которые проживаешь. Это запах пороха, запах бани, если это касается вагона бани. Позволяет людям, с одной стороны, узнать правду того, что происходило в эти дни, а самое главное – почувствовать и прожить это всецело. Маршрут передвижного музея прошел через 29 городов России. Из Чувашии поезд «Победы» отправился в Муром Владимирской области. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.